Дешевого жилья в результате саровской реновации не будет. К этому выводу пришла рабочая группа, созданная при Думе. Изучать вопрос группа начала еще в прошлом году. Отправила запросы крупным застройщикам, проконсультировалась со специалистами. Как итог, четкое понимание, что 45 тысяч рублей за квадратный метр – цифра недостижимая. Это, скорее всего, получится чисто коммерческий проект. Да? Вот на данный момент механизмов, именно, чтобы достичь по 45, нет. Есть механизм, что будет там 55 тысяч за квадратный метр. Это то, что предлагают сейчас застройщики. Потому что землю нужно будет отдавать под продажу. И дальше понятно, что из чего это будет складываться. Продажа земли, подвод коммуникации, т.д. и т.д. Миллион тысяч раз говорили, что механизма установить цену 45 тысяч квадратных метров нет. По словам народных избранников, единственный способ сбить цену квадратного метра до 45 тысяч – это строить социальное жилье за счет бюджета. Но вот только предусмотреть такие суммы в городской казне вряд ли получится. Реальных механизмов именно при коммерческой застройке довести стоимость жилья до 45 тысяч за квадратный метр – нет. Выход один только – это строить за счет бюджета социальное жилье. Другого варианта нет. И не будет. Для того, чтобы застройщик продавал жилье по цене, равной 45 тысяч рублей за квадратный метр, необходимо выложить из городского бюджета от 250 до 350 миллионов рублей. Специалисты подсчитали. Этих денег нет. Немного истории. Программа реновации в Сарове была утверждена прошлым летом. Изначально в нее планировали включить 3 земельных участка, ограниченные улицами Менделеева, Кутузова и Озерной, улицами Зернова, Арзамаска и Матросова и улицами Победы и Александровича и Октябрьским проспектом. Но в результате в программу вошли лишь последние два. В сентябре администрация вышла к депутатам с предложением все-таки включить в реновацию участок на Менделеева-Кутузова, но получила отказ. Как будут смотреть на депутатов? Вот мы приняли это решение от двух микрорайонов, и вдруг мы выносим на следующее заседание Думы разворот на 180 градусов. Спустя почти год администрация свое предложение повторила, но вновь не получила поддержки депутатов. Народные избранники настаивают на том, что включать в программу участок Менделеева-Кутузова будет смысл только тогда, когда реновация покажет хотя бы первые позитивные результаты. И вообще, чтобы продуктивно двигаться в этом направлении, нужно получить дополнительные консультации специалистов. Мы что в скорлупе сидим и слушаем Кашпаева, Михалтович, хоть он и говорит вещи, но я не уверен, что он, как говорится, полностью говорит то, что нужно. Ну давайте съездим в законодательное собрание, в Госдуму, куда-то к специалистам, проконсультируемся, посоветуемся, нам люди подскажут, которые сталкивались с этими вещами. Ну что мы сидим вот и толдычим уже год, как Михаил Анатольевич говорит, на самом деле. Еще одно направление, рассматриваемое в рамках программы реновации, выделение в зоне, отданной под развитие застроенных территорий, земли в федеральную собственность. Подготовлен запрос администрации в Российский федеральный ядерный центр о том, чтобы сформировать участок земли для того, чтобы передать его Российскому федеральному ядерному центру под строительство так называемых доходных домов для молодых специалистов. Дом находится на этом участке, там живут люди, он сформирован, стоит на кадастровом учете. Какой участок вы предлагаете сформировать, не очень понятно. Второй момент, значит, полномочия по предоставлению земельных участков, понятно, находятся в области. Ни в НИЭФ, ни КБ туда не заявлялись. В очередной раз вопросов по реализации программы реновации в Сарове оказалось больше, чем ответов. Поэтому депутаты решили продолжить ее обсуждение на заседаниях рабочей группы. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.